Сразу после удара очевидцы бросились на помощь к водителю Volkswagen. Кроме виновника на девятке, в каком состоянии находятся пострадавшие, молодого человека явно не интересовало. Воспользовавшись общей суматохой, парень незаметно бросил свой автомобиль и скрылся. Причем убегал настолько стремительно, что оставил в салоне «Лады» даже обувь. Там в машине в девятке только один находился, пассажиров не было. Вроде как не было, я не видел. Видел только то, что один водитель вылезал из машины. Пострадавшему владельцу внедорожника повезло. Он получил лишь небольшие травмы и сам смог выбраться из перевернутой машины. Свистя только слышал. Мне кажется, он вообще без фар был, что ли? Я его тоже не видел. На девятке, скорее всего, и в самом деле не был включен свет фар. Удивительно, как водитель вообще смог завести отечественный автомобиль, ведь, судя по внешнему виду, ветхая машина, припаркованная без движения, простояла не один месяц. Кузов покрылся толстым слоем грязи и пыли. Шофер перед дорогой даже не удосужился протереть стекла для лучшего обзора. Девятка ехала на красный, вот со стороны Зорги, по Зорге ехала. Все, вот как у нас стрелка загорелась, мы поехали и... Туарегу в бок уехал, а я рядом с ним ехал. Скорее всего, виновник предпочел убежать, потому что был нетрезв, но доказать это уже не удастся. Как только по отпечаткам пальцев установят личность беглеца, его в любом случае лишат права, возможно, и арестуют на 15 суток. Равиль Сайганов, Альберт Доминов, Эфир 24.